Отже, Лідія Калашнікова, журналіст з Харкова, готова вже нам розказати про те, що зараз відбувається в Харкові. Ми трошки встигли розказати про те, що одного з депутатів намагалися активісти ілюструвати. Наскільки я розумію, це було успішно. Розкажи, будь ласка, привіт ще раз. Кир, здравствуйте еще раз. Скажи мне, пожалуйста, плохая связь была, я не услышала вопроса. Может быть, ты повторишь его? Да, я можу повторити. Я знаю про те, що далі активісти вже, ну, власне, центр подій посунувся, і вже тепер активісти перебували біля аптеки, чекали на одного з депутатів міської ради, Володимира Скоробогача, і що навіть їм вдалося його люструвати вже традиційним способом. Да, действительно, было все именно так. Есть задний черный выход, точнее, черный ход из Харьковской мэрии, откуда, собственно, он и вышел. Его, когда увидели активисты, которые присутствовали на митинге тут же при горсовете, побежали за ним, он начал от них убегать. Пробежал где-то квартал, наверное, повернул опять на Сумскую и побежал вниз к горсовету. Заскочил в аптеку, вот вы видите ее у меня за спиной. Находился там довольно-таки продолжительное время. Я думаю, что где-то минут 40, может быть, около часа. Выходить оттуда не хотел. В итоге активисты, которые туда ворвались, выволокли его на улицу. Буквально милиция стояла тут же и ничего не предприняла. То есть человека вытащили, Владимира Скоробогача вытащили на улицу, облили зеленкой и посадили его в мусорный бак. Я вам сейчас покажу этот мусорный бак. Он находится тут же. Неподалеку от аптеки. Вот вы видите, возле него сейчас находятся два милиционера. Его затолкали в этот мусорный бак. Показали мне тут же активисты, что там же находится георгиевская ленточка. Не знаю, видно вам ее или нет. Вот она там одиноко лежит в бумажечках. Вот. После чего его еще закидали яйцами и, ну, в какой-то момент, видать, отпустили, потому что когда я прибежала, уже рассосалось все действо. Тут находились только представители этого митинга, которые раздавали интервью для телеканалов. Кира? Угу. Я зрозуміла. Ну, тобто, одно, а далі вже... Що далі відбувається? Тобто виходить, що вже депутат кудись вже пішов, виходить, да, так? Да. Володимир Скоробогач. Так, да. І... да, судя... Ну, он покинул это место, где, собственно, на него его люстрировали, скажем так, облив зеленкой и запихнув в мусорный бак. Но тут другая ситуация, Кир. Тут все происходит очень быстро. И, если честно, понять, что конкретно происходит, очень тяжело. Потому что буквально несколько минут назад поймали человека. Привет, ты чуешь нас зараз? Да, я вас чую. Ми зараз встигли подивитися, просто ти пропала на найцікавішому місці. Ти коли почала говорити про те, що піймала якогось чоловіка, ми побачили в твіттері IT-сектору, що є побитий чоловік, його називають сепаратистом. І от все, що... Так, так. Так розкажи, що це за чоловік, як його піймали? Кира, дело в том, что я не могу рассказать подробности, потому что кроме криков ненависти и, ну, откровенной брани, здесь не было ничего. По обрывочной информации мне стало известно, что этот человек обвиняется в сепаратизме, опять-таки, участниками митинга, и в том, что он был организатором взрыва в городе Харькове. Но при этом, когда его поймали здесь же на площади неподалеку от горсовета, это все происходит на площади Конституции. У него активисты отобрали удостоверение, прокурорское удостоверение. Это пока все подробности, которые я могу сообщить. После этого человека его побили, ему рассекли бровь, лицо залито кровью. Я не знаю, как вам видно, видите, милиция за моей спиной. Вот они сейчас его взяли в плотное кольцо. И не подпускают к нему разъяренную толпу. Вот что, собственно, на данную минуту здесь происходит. Кира? Но на какой подставе они считают его там сепаратистом, не зрозуміло. Тобто є просто, ну, называют, что он сепаратист, да? Вимагають якісь документи и все. Да, то есть по каким признакам, что с этим человеком не так, как они его опознали, я не могу ни от кого добиться внятной информации. Просто говорят, что мы в нем опознали, цитирую, мокрого Знову ми втратили зв'язок, але... А що він там робив взагалі, цей так званий, як вони його називають, сепаратист? Є? Скайп? Ні, вже немає. Просто такий стрибає зв'язок, але що... Є?
Лідія, просто ми втрачаємо зв'язок з тобою періодично, просто так і не зрозуміло виходить, на підставі чого вирішили, що він є сепаратистом. І ну, там, я так розумію, що зараз якусь йому першу медичну допомогу мають якось надати, тому що от побачили на фотографії, лице в нього таке розбите. Да, у нього розсечена бров. Успела я увидеть, у него рассечена бровь. Каким? Вот, кстати, подъезжает сейчас скорая помощь. Судя по всему, ему организует милиция. Видите, вот эта вот вся милиция охраняет сейчас одного человека. То есть он в плотном кольце. Они наверняка сейчас ему организуют коридор и посадят его в скорую помощь. Каким образом участники митинга опознали в нем сепаратиста или организатора, или одного из организаторов взрыва в городе Харькове, я вам сказать не могу. Это то, что выкрикивала толпа вот сейчас. А що він, власне, там робив? Я, можливо, пропустила. Зрозуміло. Просто намагаємося до студії з'ясувати, що він там робив. Ну, зрозуміло, що не з невідомих причин називають цього чоловіка сепаратистом. Mm-hmm. Я так розумію, що так. Це хоча б якась мета там, сьогоднішніх зборів, щоб ну, просто там не піти, а був якийсь результат. Ну, ми це так зараз можемо лише додумувати. Але що він там робив? Якісь відповіді цей чоловік давав чи ні? Що він там робив? Чому він прийшов на цю акцію? Як він опинився взагалі біля аптеки? Кира, от этого человека, в момент, когда я подошла и начала снимать, собственно, драку, от этого человека, этот человек не произнес ни слова. Mm-hmm. Он никаким образом, скажем так, не сопротивлялся. Как только началась драка, возле него сразу выросли милиционеры и взяли его плотное кольцо. То есть ему успели рассечь бровь, может быть, он получил там еще несколько ударов, не знаю, не могу вам сказать. Но он никак абсолютно ничем, ну, свое появление здесь, а уж тем более в оправдании кричать, что я сепаратист или я не сепаратист, ничего подобного от него я не слышала. Угу. Зрозуміло. Ну і активісти розходитися не збираються, наскільки я розумію, та що так далі можуть розвиватися події в будь-якому напрямку, виходить. Да, абсолютно так, точно, Кіра, активісти здесь, вот я могу показати, активісти здесь. Милиция здесь, все, вот, я могу подойти ближе, если вы да, видите, да, можете. Да, давай спробуем, мы все нормально, пока звук нормальный. Сейчас, минутку, я переключу камеру. Угу. Прошу прощения за такой сумбур. Вот, вы видите коридор милиции наверняка. Угу. Там сейчас выведут этого человека, которого побили. Вот, собственно, ну, скажем так, его просто передвинули, весь этот, все кольцо милиции передвинуло его в безопасное место, да, то есть с одной стороны стена и с трех сторон милиционеры. Угу. Вот таким образом это сейчас выглядит. Сейчас, секунду. Угу. Вот, вы видите, здесь люди в масках, вот активисты Евромайдана, которые ругаются с милиционерами. И вон чуть поодаль, возле группа, вот он, видите, этот человек, который сейчас стоит в самом углу, не знаю, насколько вам видно, там за милиционерами, прямо возле дверей. Так, видно. Вот, собственно, то, что сейчас происходит на данную минуту на площади Конституции в городе Харькове. Ага, ну, а активисты, я так розумію, вимагають, щоб покарали цього чоловіка, да, якого вони да. Да, Кир, именно так. Они требуют, чтобы его посадили. И не меньше. То есть... Навіть посадили? Навіть посадили вже? Да. Зрозуміло. То вони не будуть розходитися, доки їхні вимоги, от тепер нова вже вимога не буде виконана, я так розумію. Понимаете, в чем дело? Я могу эту информацию узнать, но мне нужно подойти ближе. Сейчас, секунду. А вы не знаете, какие требования сейчас у активистов? Стоял человек с телефоном, смотрел за всей ситуацией, кому-то звонил. Вот. А сейчас, секунду, подождите. Ему подошли, попросили предъявить документы кому-то. Вот очевидец того, что происходило здесь на площади. Он не представился, в телефоне проверили его номер, номера, он звонил в милицию. То есть он сливал информацию в милиции. Его пытались задержать, прибежала милиция и его заблокировала и держит. А скажите, вот тут кричали, что он участник взрывов, что он организовал взрывы. Этого я не думаю, что тут кричало, то какие-то горячие головы кричали. Угу. То есть, ну, просто хотели выяснить, куда, кому и какую информацию он передавал. Говорили
еще, что у него отняли удостоверение прокурора? Никакого. Не знаю, я этого не видел. Этого я не видел. Спасибо вам большое, спасибо. А, коллеги, вот, собственно, это информация человека, который находился непосредственно на месте события. Дякую. Зрозуміли. Дякуємо тобі дуже. Я так розумію, розвиток подій буде, ну, далі події будуть якось розвиватися. Я тут сподіваюся, що ми знову вийдемо з тобою згодом на зв'язок, розкажеш, що далі, чи якісь вимоги активістів, але зрозуміло, що не посадити, але там, що буде далі хоча б з тим чоловіком, якого вони вважають сепаратистом, що з ним далі буде, і чи будуть розходитися активісти. Будемо стежити за розвитком подій. Да, спасибо. Да, дякуємо.